Сегодня много говорят о глобальных проблемах человечества, о разуме, о цивилизации. Однако, чтобы действительно что-то понять, нужно спуститься с выдуманных высот на родную землю и посмотреть, что же нас сейчас окружает. Мариуполь – очень уютный, красивый и зеленый город. Морская фауна очень богата. На песчаном пляже туристы часто разбивают свои палатки и получают массу удовольствия от беззаботной жизни дикарем и незабываемый отдых на Азовском море. Ждем минут 20, даже щиколотку не замочили до сих пор. Он будет глубже, метров через 500, окунем твою щиколотку, не волнуйся. Ладно, пошли обратно, спать пора скоро. Для того, чтобы привлечь внимание к экологии и природе нашего региона, я решила провести выставку фотографий во Дворце культуры молодежной на тему «Наш край Мариуполь». Эта фотовыставка дает краткое, но содержательное представление о нашем регионе. Каждый фотограф показал самую яркую сторону, по своему мнению, нашего города Мариуполь. И теперь каждый посетитель может увидеть красоту природы этого прекрасного города.